еще 6 апреля 2023 года на Солнце началась сильная вспышка. 7 апреля, как говорят эксперты, будет хуже. Еще в четверг, 6 апреля, стало известно о сильной вспышке на Солнце. Она началась утром и длилась 28 минут, но успела привести к нарушениям в радиосвязи. При этом эксперты и ученые утверждают, что в пятницу, 7 апреля, может начаться и самая сильная вспышка высшего и опасного класса X, пишет ТАСС. Это максимальная мощность вспышки и, соответственно, самое мощное рентгеновское излучение. Такие вспышки обычно происходят с выбросами солнечной плазмы, облака которой могут провоцировать магнитные бури на Земле, когда ее достигают. Сильнее всего в дни магнитных бурь страдают нервная и сердечно-сосудистая системы. Увеличивается выброс адреналина в кровь, что способствует повышенному тонусу сосудов, а кровь сгущается.